Хуким области принял участие в церемонии открытия частного медицинского центра «Гармония Диагностик Клиник» на центральной улице Ургутского района имени Алишера Наваи. Клиника была возведена по инициативе предпринимателя Хтиёра Хабибханова. Проект реализован за счет собственных средств в размере 3 миллиардов сумов и льготного кредита на 500 миллионов сумов. Центр рассчитан на 300 посещений в день и 30 стационарных коек. Свои услуги населению окажут такие специалисты, как терапевт, невропатолог, гинеколог, педиатр, лор-врач. Центр оснащен современным лабораторным и другим необходимым оборудованием. Как говорят организаторы, их основная цель – раннее выявление заболеваний, поддержание здоровья пациентов и создание для них удобства и комфорта. В тот же день состоялось открытие еще одного объекта – частного дошкольного образовательного учреждения в Махалле Дехканабад Ургутского района. Как рассказывают представители семьи Баратовых, ими было вложено 3 миллиарда сумов из собственных средств. Строительство было начато в конце 2018 и завершено в 2019 году. Надо сказать, что Ургут – один из густонаселенных районов области, и потребность в детских садах растет с каждым годом. И если ранее в предыдущие годы охват детскими садами детей дошкольного возраста по области был 19%, то сегодня это число составило 50%. Кече буген яштаги балачалларымыз мавжут болуп, хазыр уларны 14 минге яқыны мактабкучталарын ташкилатларыга камырап алынган. Албатта бу хазыр кунда етерли эмас. Мухтарам президентимиз томонлардан алып барылаткан ақлона сиясатлар натижасида бизни туманымызда хазыр бош турган 6-та касбунар коллежларынын ятохона хамда устахона окуу бинолары мактабкуч таалим ташкилатларыга айлантырылыпты. Уларым албатта камроуну ашырышыга жүдө катта өзүнө. По словам организаторов, детское дошкольное учреждение принимает детей от 1 года до 7 лет. Группа оснащена всем необходимым инвентарем и игрушками специально для разного возрастного диапазона. Мавлахтамир 3 миллиарддан зиёт кетти. Яна камчиликлар уни тўғрилаймиз. 40 кишидан зиёт киши ишчи ўрин яратилади, яратилди. Болларни келажакда она тили, рус тили, инглиз тили, математика фанлари бўйича кадрлар тайёрлаяпмиз. Шу болларни келажагини билиб, болларни шу ерда таълим тарбия олиб, келажакда мана ўқилмага тайёр бўлади. Теплые, чистые и уютные спальни. И игровые комнаты позволят малышам чувствовать себя в садике как дома. Для гармоничного развития детей предусмотрены развивающие кружки.